Я даже не представляю, что меня ждет дальше. Но думаю, что будет весело. С таким настроем идет наш журналист Ирина Вышегородцева покорять новую профессию. В этот раз она пробует себя в роли самой мощной специальности ближнего боя – фехтовальщик. Внимание! Харакири! Ирине предстоит узнать правила фехтования, а также выстоять и выдержать критические удары попадания в голову. А еще выучить правила двух стоек – защитной и атакующей. Стойка базовая, новичковая – это правая нога впереди, корпус немножко вперед, клинок смотрит в лицо противнику. Это вот так? Вот так, да. Чтобы противнику было некомфортно на тебя перить. Получится ли у Ирины взглянуть своему страху в глаза и как она справится с поставленной задачей? Смотрите уже в эту субботу, 17 февраля в 21:40. Не пропустите, и вы узнаете, удалось ли журналисту постичь азы профессии фехтовальщика.